что такое театр? Театр – это то место, где показывают разные спектакли. В спектаклях играют актеры. Актер – это тот человек, который дарит нам со сцены то, что мы хотим видеть. Он поет, играет на пианине и танцует. Они придумывают себе разные роли, рисуют аквагрим на лице. Например, Кощея Бессмертного. Зайца, Колобка, Волка. Зачем люди ходят в театр? Люди ходят в театр, чтобы там посмотреть, что происходит на другом конце мира. Чтобы посмотреть разные спектакли, которые они еще не видели. Чтобы повеселиться, если будет спектакль веселый. А еще люди ходят в театральное кафе, там очень вкусно готовят. Зрители смотрят на представление и узнают с помощью этого представления что-то новое. Ну, например, как появились первые люди. Расскажи, какой спектакль тебе нравится? «На семь гномов». Там, где гномы подружились с Белоснежкой, и сначала они там напугались ее. Потом они подружились, и гномы спасали Белоснежку от злой мачехи. Я два раза ходил на спектакль про Рождество, а назывался он «Рождественский вертеп». Это сказка, как родился Иисус Христос. Я ходила на спектакль «Летучий корабль». Я еще ходила на спектакль «Алиса в стране чудес» и «Ищи ветра в поле». Поздравь всех актеров с праздником. Я бы их поздравил, подарил цветы и пожелал счастья и добра. Я поздравляю вас с Днем театра и желаю вам хороших ролей и успехов в работе. Я бы еще пожелала счастья им и зрителям, и много зрителей во всем зале, и чтобы у них все на спектаклях получалось. Я еще пожелал бы всем сотрудникам театра, чтобы они оставались такими добрыми, приветливыми и умными.